Есть передача полномочий. Но надо сказать, что произошла передача от центральных структур, которыми являются комитеты, полномочия переданы на территориальные подразделения. В данном случае это администрация нашего города, у нас 7 административных территорий. Какие это услуги? Но в первую очередь это услуги, которые касаются нашего населения, нашего горожанина. Это вопросы благоустройства и содержания территории, ряд разрешительных функций. Конечно, мы видим в этом, во-первых, сокращение сроков, количество согласований, и, наверное, территориально, как наши горожане, желать по месту жительства логичнее прийти в свою администрацию и подать или получить те или иные разрешительные документы или получить оказываемую услугу. Что осталось в наших комитетах, центральной администрации, администрации города? Это общегородские вопросы, которые невозможно пока передать в рамках федерального законодательства или единой городской системы. Это вопросы, которые будут касаться выработки стратегии или политики в той или иной сфере деятельности и координации деятельности переданных полномочий, анализом, контролем работы, которые будут осуществляться в наших территориальных подразделениях. В совокупности принятых вот сегодня решений на заседании городской думы больше 30 полномочий, которые взяли на себя администрации нашего города, главы. И, конечно, мы считаем, что это такой переломный период за последние 12-15 лет, когда, наоборот, шел процесс централизации. И сегодня можно сказать, что глава района все больше и больше приобретает вес